В аэропорту Шереметьево открыли третью взлетно-посадочную полосу, которую ждали 10 лет. Первым самолетом, который она приняла, стал борт из Санкт-Петербурга. Ровно в 16:20 колеса воздушного судна коснулись особо прочной бетонной поверхности. На земле его встретили аплодисментами и водной аркой из гидрантов пожарных машин. С этого момента полоса будет работать в штатном режиме и увеличит пропускную способность аэропорта в 1,5 раза. Полоса вводится в эксплуатацию с некоторой задержкой. Изначально предполагалось, что она будет построена к чемпионату мира 2018 года. Но все-таки это произошло, и сегодня аэропорт Шереметьево имеет возможность значительно расширить свои возможности и привлекать новые авиакомпании на свою развитую инфраструктуру. Протяженность новой полосы 3 километра 200 метров, ширина 60 метров. Такие размеры позволят принимать все типы воздушных судов. Отметить торжественное открытие важного стратегического объекта приехали первые лица области. Я хочу пожелать, чтобы на этой полосе были всегда легкие взлеты. Я хочу поблагодарить и строителей, и, конечно, Министерство транспорта. Международный аэропорт Шереметьево входит в топ-10 аэропортов-хабов Европы. В прошлом году его посетили 45 миллионов туристов.